Эй, с тобой Раймер Плей. Посмотри, офигей. Ну что, давайте в симулятор Battlefield поиграем. И что это за игруха вообще такая, узнаем. Так, ну я предполагаю, что это типа батл симулятора, только в виде шутера сделано, не знаю. Так, ну здесь спаун тайм, я так полагаю, это уже время после убийства. Давайте его поменьше поставим. Так, что у нас в опциях? Ну, в принципе, вроде нормально, ладно. Пускай так оставим. Так, выберите. Опа, это, наверное, карта, да? Так, что это? Assault мода, Reverse мода, Night мода. И без транспорта. Окей, ладно, давайте попробуем. Начнем с первого уровня. Посмотрим вообще, что тут есть. Пощелкаем по очереди. Так. Пардон, это у нас что такое? Это у нас выбор Valorant, да? Ну, в принципе, пусть пока так. По стоку, не знаю, сойдет. Вон нормалек. Нихера себе, надо в танк быстрее залезать. Угу, залезешь тут. Уже другие на нем пойдут. Зараза, блин, уже кто-то на вертушке. Это детям не игрушки. Хера нас тут много. О, придурки своих давят. Красавчики. Опа, опа. Что у нас тут? Так, стволы, калаши, гранатометы. Окей, ладно. Чоколадно. А где враги-то? А мы что, уже выигрываем, что ли? Уже 17-0. Кстати, за красных можно играть, интересно, или нет? Мне бы узнать этот, хотелось бы ответ. О, чуваки. О, вырубили нахрен просто. Охренеть. Пошел, блин, замес. А чё, в трактор сесть нельзя? Блин. Ну, зараз... Да аккуратней, ёпты, что ты творишь, блин. Прям чуть по мне не попал. Чтоб я ему люлей за это дал. Кровище уже полно. О, блин, это ж синий, ёпты. На нах. Блин, танк-то, падла, крепкий. Чё, суки, съели, да? Ой, тихо. Вот это круто было сейчас. Вот это класс. Нихера мы тащим быстро. Так, а... Блин, а где все? Ну, здорово, брат. Подвести меня ты будешь рад. Во, погнали. А, хер тут попадешь. Так, 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 так. Опа. Да ёпта. Зараза, тут вообще капец какой-то происходит. Я даже до сих пор еще никого не нагнал. Что за дела? О! Ништяк. Погнали. Вон они, собаки. На-ка, ловите-ка ракеты. Че, вкусно, да? Нравится? Сколько я тут минусов уже сделал? Минус, наверное, 5 или 6. Блин, на этой вертухе летать практически нереально. Ее колбасит вообще дико. Охренеть. А, блин, да выровняйся ты. О, козлы меня сбили. Все, мне жопа, походу. Эх ты, блин. Не, живой. Нихера себе, с такой высоты присанулся и живой. Вот это да. Круто было, как всегда. Ты что, бессмертный, что ли, чувак? Ему пофиг, с какой высоты падать, походу. Так, ну-ка. Сейчас залезем. Кому-нибудь втихаря подлезем. Не, походу, вертушку так-то не собьешь. Пока гранатомет какой-нибудь не найдешь. Или типа базуку. Опа, а чё он там стоял?
Чего он там ждал? На-ка. Блин. О, тихо, 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 тихо. Сдох, еще один сдох. Потому что он слепой лох. А ты еще, падла, живой. Нихера себе, ты как Рэмбо крутой. Ну-ка. Да он не сдохнет. Я в шоке, ну. Что за ерунда? Сдох. Наконец-то. Слышь, Вася, ты куда там полетел? Ты не охренел? Блин, да чё они все такие живучие? Ох ты ж падла. Так, а давайте-ка попробуем, что у нас это вообще, это винтовка, что ли? Нет, дробовик, давайте снайперку возьмем. Так, а что у нас еще есть? Ох, нихера себе, надо сбивать вертухи, джавелин. Ну, по-моему, так раньше называлось. По крайней мере, в играх. Ну-ка, давайте попробуем. А, блин, вертух-то и нету пока. Хрен с ним тогда, будем тогда пока с пехотой разбираться, а потом, я надеюсь, и будут самолеты сшибаться. Он какой-то хрен на лодке катит. Ага, больше он никуда не прикатит. Нихера это, что это было? За танк, походу, был. И он-то нас и замочил, да? Так, блин, а что с танком-то происходит? Какого хера он не туда едет, куда надо? Блин, что-то какой-то он кривой. На нах. Хера себе, танк быстро так-то едет, только, сука, он нихера не управляется, падла. Блин, я застрял. Круто. Зовите Джамшута. Может, он меня только вытащить сможет. Эх, блин. Я здесь такой везучий один. Ну, вроде как разглючило, ладно, хрен с ним. Да он реально едет, хрен пойми, куда? Что за ерунда? Оп, тихо. Ага, хер-то там. Чувак, что ты, блин, вытворяешь? На нах. Ты труп нах. Давайте, короче, попробуем до победы дотянуть. И другой уровень. Тогда уже посмотрим. Блин, да что такое? Хрен выйдешь. Чуваки, не лезьте мне, блин, под гусеницы. Минус. Ах ты, собака. Где ты? Падла. Смылась куда-то. Между прочим, боты-то тут не такие тупые, они реально, кстати, умные. Они гранатометы применяют. И сзади тебя оббегают, нихера себе. Так, а ну-ка, блин. Хера себе. Да, что-то никто не летает. Ладно, возьму, короче, базуку. Хрен с ним. С ней проще. Так. Куда бы еще тут слазить, где я еще не мог залазить? Да вон какие-то там постройки. Так, тут... На-ка. Тупая срака. Все, готов. Это мой теперь лов. Так, этот минус вроде бы. Ага. Это собаки. Хера себе их расхреначило. Аж всю землю раскрасило. Тыкс. Ну чё, мы вроде как выиграем, сейчас, наверное, я так полагаю, да? Все, победа.
чё? Вроде как так-то ничего. Интересно, здесь можно было как-нибудь количество игроков отрегулировать? В смысле ботов. Этих тупых идиотов. Блин. Ох, ёпта, я их и не заметил. Что происходит, а? На нах. И мне на. Ну, заработок реально, конечно. Жесть. Так, а тогда... Может быть, попробовать на квадроцикле скататься, который я тут еще видел. Правда, на нахер где найдешь. Вообще, кстати, хорошо бы было бы здесь это... Мультиплеер реально устроить. Так, прикинь, так, человек 30 на 30. Здесь, я думаю, было бы неплохо. Жаль, что это тупо боты. Ну, карта реально здоровенная какая-то. О, тише, затише перед бурей. Так, давайте попробуем тогда на лодке. Раз уж она... А, ну мы уже выиграли. Походу мы не успеем, да? Слышь, ты чё стоишь? Так мы чё, выиграли или нет? Кто-нибудь знает ответ? Или здесь можно играть без конца? Это было бы, кстати, тоже заебца. Сейчас посмотрим. Но если ничего не будет, тогда я, собственно, пойду другую карту смотреть. Кстати, авапа так ничего выглядит лучше, чем в контре. Отвечаю я тебе. Ага, и мне не хватило, блин. Не хватило снарядов. Ой, блин. Охренеть. Так, а чё если... А, можно с собой патроны таскать. Бинокль. Гранаты. Ох, нихера себе. А, ну тут пистолеты только два. С глушаком и без. Так, а чё это за валына? Давайте с ней попробуем. Во. О, еще танк зареспаунился, отлично. Это падла, не едет нихера. Тяжелая ерунда. Ну уже, блин. Сейчас попробуем еще раз на танке скататься. И будет другая карта тогда загружаться. Интересно, он утонет танк или нет? Ну, по крайней мере, я точно не тону. Я так понимаю, можно плавать, да? Угу, в принципе, нормально. Кстати, игра хорошая альтернатива, блин, тем, у кого комп хреновый. И батла не тянет. Вот это вот идеальный вариант. Не понял я сейчас. Какого хрена я не попал ему в глаз? Ну-ка, собака. Тебе тоже на-ка. Живучие, блин. Падлы везучие. Слышь. Здесь я вроде упреждение беру, а все равно никак не попаду. Чё творится, я офигею. Вертолеты, блин, уже плавать научились. На-ка. На-ка. Минус 3. Какой я крутой, ты посмотри. Так, последний выстрел остался, как бы я не облажался. Да, отлично. Так.
Ну-ка, стоять, падла. Блин, ну чё, Рэмбо, что ли, ёпта? Нихера себе. Или это ствол такой галимый? Хера себе, хватанул. Неплохая позиция, но тут, конечно, со снайперкой было бы лучше. Ну ничего. Нормальная игра, короче, если что. Окей. А давайте тогда другую карту посмотрим. Я, наверное, думаю, с тем же... Хотя не, если здесь пустыня, я смотрю, здесь пространство огромное, тут, наверное, снайперку надо брать, чтобы всех нагибать. Ну что ты, а, все. Я же думал, он не хочет загружать. Ну, поехали. Посмотрим, что у нас тут. Смогут ли нас тут нагнуть или нет. Сейчас передадим врагам бронебойный привет. Ох, нихера тут карта здоровенная. Кстати, а ведь нельзя никак переключать. Не, все-таки, наверное, нельзя. Ну что, где враги? Готовьте свои пироги. Еще они будут дико напрягаться, от этого очень сильно сжиматься. Где они, блин? Я уже, наверное, полкарты объехал. И все еще к ним не приехал. Хм, интересно. Алло. Это свои летают или что? А, нет, это чужие. Оба! Красота. Минус вертуха, братва. На-ка. Вот вы где. Сейчас получите по бороде. Дави! Гадов. Угу. И вылез, блин. Самого раздавили. Ну, живучий, капец. Ну, я несколько человек завалил, а я уже, короче, молодец. Блин, я что, один вообще играю? Какого хрена? Я постоянно умираю. О, нихера ж. Здрасте. Хрен пойми, где теперь оказался. Но зато мне вот эта вещь пригождался. Так, надо, короче, со снайперкой как-нибудь к ним по-тихому в тел зайти. При этом люлей не найти. Ух, нихера, он еще мог взорваться. Я бы мог еще раз облажаться. Трава, блин. Похожая на человека, блин. Издалека. Но не наверняка. Так куда они все идут, блин? Что-то в ту сторону. Там что ли все? В натуре, наверное. Да-да-да-да-да. Хрен тут попадешь, когда. О-хо-хо! Кто крутой снайпер? Я крутой снайпер. Так, ну-ка. Держи-ка пулю, сука. Опа, хедшот. И еще один. Прям в пузень. И еще одному в ногу. Вот это, блин, хорошая снайперская позиция.
хер попадешь. Не, я реально даже вижу, когда я промазал, я вижу, куда пуля попала. Там прям точка черная такая, еле-еле заметная есть. Еще один минус. Так, а надо тогда куда-нибудь на крышу, может быть, забраться и оттуда с ними постреляться. А че бы нет? Сейчас попробую. Если, конечно, вообще возможно. Куда-нибудь сейчас сюда забраться и со всем этим говном разобраться. Хрена уж респавнят так далеко. Вот это вот реально нехорошо. А в мультиплеере было бы реально круто в эту игру зарубиться. Оба! Красота! Снял я смотрика его. И все прошло хорошо. Блин, чуть по-своему не попал. Блин, вот нет озвучки, там перезарядки, блин, и тому подобное. Надо реально добавить, будет круче. Вот падла, блин, иди сюда, слышь, малыш. Ой-ой-ой-ой, по мне, походу, там уже стреляют. Опа, там оазис какой-то, нихера себе. Нихера себе. Так, тихо, надо аптечку выкинуть. Подлечиться еще, короче. Так, подлечились. Опа, я только по ним жахнул, они такие сразу раз на меня развернулись. Потому что их не пуканы, наверное, дико сиранулись. Ну-ка, что за азис, натур, надо глянуть. Блин, чё я думаю долго бежать? Куда этот трендель-то уехал на мопеде? Может, он мопед свой оставил? Или он этот мопед, а квадроцикл? Чё тут вообще никого, никто не ходит? Ну, в принципе, понятно, это боты, это пофиг, они тупо друг на друга куча идут. И потом как-нибудь друг друга нагнут. У меня тень квадратная, блин, как из Майнкрафта, блин. Не, реально, кстати, на Майнкрафт чем-то смахивает, но, правда, в Майнкрафте нету таких крутых деревьев. Прям как в первом Крайзисе. Ой, тут, как в первом Far Cry. Ну да, смотри-ка, я реально плавать могу. И, походу, вообще не утону. Ну чё, красота, лепота. Тогда их надо, короче, до конца нагнуть и отсюда ливнуть. И посмотреть, что у нас там за ночной режим, что там за ассаульт режим. Сейчас надо будет реально заценить. Опа, кто-то едет, кто-то едет. Эх, блин, он, падла, все равно куда хотел добраться, доедет. Так, ладно. В пустыне у нас не прохладно, так что я думаю, мы сейчас до врагов доберемся, с ними разберемся. Кстати, тут что-то без музычки скучновато, надо будет, наверное, музычку добавить. Какую-нибудь так на фоне по-тихому, из Battlefield или еще чего-нибудь такого пободрее. Чтобы смотреть, это все было повеселее. Ой, блин, кто там? О-о-о, блин, пацаны, вообще, ребята. Пацаны, вообще, ребята. Только безобидные, как котята. На нах. Красиво сдох. Потому что он тупой лох. А, все, у меня снарядов нету на ракетницу, падла. Хер, блин, попадешь. Хо-хо-хо. No scope. Хедшот, охренеть. Нас, сука. Где вы там, падлы? Нас, сука. Нас, сука. О-о-о, тихо, тихо, тихо. Ну, короче, ладно, давайте теперь другие карты глянем.
Все равно бы там выиграли. Так. Победный счет. А, вот они, боты, кстати, да. Реально можно выставить, я чуть сразу не обратил внимания. Так, ночной режим. Давайте, не знаю. На пустыне там, наверное. О, что-то темно вообще. Что-то вообще темно, это нехорошо. Прям капец. Не, это реально будет слишком сложно. Тут вообще ни хера не видно. Прикинь. Вообще. Не, такое не пойдет. Ладно, давайте тогда реверс моды. Что это вообще такое? Реверс это значит назад. А что это значит конкретно здесь, я не знаю. Сейчас глянем. А, типа базы поменять, что ли, местами. А почему я тогда все время за синего играю? Я думал, может, за красного выйдет. Странно. Ладно. Ну, по крайней мере, можно базы менять. Это уже не может не удивлять. Хоть какое-то разнообразие, твою мать. Сейчас будем тут всех опять нагибать. Так вот, не надо мне тут опять застревать. Там мы сначала будем подыхать, а не нагибать. Ну, где вы, говнюки? На нах. Прям на ихнюю базу прикатил. Вот это я учудил. Только что-то тут нет никого. И это нехорошо. У Дани еще у нас сейчас выиграют, елки-палки. И наши уже подъехали. На базу врага приехали. Хер там попадешь. На, прям в лоб. Тупой холоп. Так, а чё у нас вообще со счетом не очень, да? Как всегда. Ты падла. Счастье станет прохладно. Ну-ка, сейчас повыше заберусь и с ними разберусь. На-ка. Так, ну минус 3. Мы уже сделали. Все, короче, мы их зажали. И они тупо заложали. А че они не появляются-то? Уже на другой базе, наверное, обсираются. Ну, ясно, прекрасно. Так, а ну-ка, что тогда у нас? Ассаульт мода, что это вообще такое? Ну, садись. Ну, неплохо. Говорит вам дядя Леха. Прям возле оазиса респаун. Нихера себе. Кстати, а куда они сейчас падают? Надо за ними проследить. Куда-то туда. Окей, тогда... Мне кажется, ассаульт мод это мы так типа, наверное, в команде нападающих, а они, наверное, в команде защищающих. Нихера себе тачка летать это умеет. Кто там стреляет? Я вообще никого не вижу даже. А, в натуре ассаульт мода, да, они что-то защищают, а мы их должны типа атаковать. Тихо, пацаны, не стреляйте. А куда это они... Все делись. Их там было вроде до хрена, а теперь ни хрена. Что-то как-то непонятно. Б.
Блин, они живучие, капец, я офигею, чё за фигня? СВП, блин, да там должна была конечность оторвать. И он должен был лежать. А не вставать и не меня убивать. Я офигею, блин. Реально. Не, игруха реально так-то прикольно. Вот если бы реально был бы это мультиплеер, вообще была бы отличная замена Battlefield, реально. Прям вообще. О-ху-ху. Не успел. Так, ну здесь, в принципе, с калашом, мне кажется, без понтала абсолютно. А можно прям без прицела, чисто по трассерам хреначить. Всех позафигачить. Нет, там внутри какой-то ассаульт мод, потому что, блин, они идут с какого-то одного места, а мы их должны типа окружать и атаковать. Хер там попадешь. Ох, красота. Взорвался он вообще. Красиво. Это что это было? Момента вроде нет. Ну, сейчас прилетел мне, походу, от танка привет. А вот и привет я и танку передал, чтоб он меня больше не убивал. Кто, блин, стреляет? Свои, что ли, уже по своим? Блин, что они там чудят? Офигеть. Где враги? Нету, блин, никого. Это вон там кто-то, блин, вдали. Ага, они, так они сдали убивают меня лучше, чем я их. Круто. Да вставай, что-то, блин. В конвульсиях, блин. Колохается. И не поднимается. Ну, вообще, ладно. Шоколадно. Лайк поставь и подпишись. И все будет зашибись. Врагов ты нагнешь. И ни разу не помрешь.